Почему это важно? Потому что опыт использования социальных медиа, которые были до больших глобальных сервисов, 9 стран, 15 месяцев, 6 недель. Да? 9 стран мира, в которых были исследования. 9 стран. 8 стран, и в одной стране они были в двух городах, в Китае. Но что вы получаете в результате этого? Нет. Сертификат, вот я вспомнила. Да? Значит, 8 стран, 15 месяцев, 6 недель. 15 месяцев антропологи жили в 8 странах мира, изучали, как люди там пользуются социальными медиа. 6 недель, 6, это длится курс. 5 недель Миллера, 1 неделя наша на российском материале про то, как мы, ну, не 15 месяцев, но, значит, долго изучаем интернет в разных городах России. Так, все, начинаем записывать. Вы не получаете сертификата и не получаете оценок. Вы выполняете задание.